В это утро я проводил плановый обход территории и увидел сына одной знакомой с района. Сорванец прогуливал уроки. Честно, алгебру не выучил. Зато курить выучился, как я погляжу. Дай сюда. Да, я так, знаете, сами что ли не пробовали в молодости? Иди в школу, а то я все твоей мамке расскажу. А ей-то что? Завела себе этого бойфренда. Я говорю, пьет твой Олег и ворует. Она мне не верит. Я деньги на мотоцикл копил, мне отец давал. Так у меня вся копилка пропала, планшет не могу найти. А у нас кроме него дома никого не бывает. Ты давай-ка не фантазируй. Деньги-то небось сам в кафе проел, а планшетик потерял. А теперь на маминого друга все пытаешься свалить. Иди в школу. Я был знаком с семьей Кузнецовых еще до развода родителей Егора. И не мог поверить, что Рита, мать мальчика, дипломированный врач, способна привести в дом криминальный элемент. Все-таки схожу на квартиру к этим Кузнецовым, то есть Юдиным. Посмотрю, что там за Олег этот. Жалко, что они развелись, такая хорошая семья была. Вот так всегда бывает. Родители ссорятся, а страдают дети. Вы думаете, Егор фантазирует? Недоволен, что его матери новый мужчина. Выходит, что так. Родители его долго не могли после развода поделить. Столько судов было. Даже до похищения доходило. Владимир Сергеевич, помогите, пожалуйста, моего ребенка похитили. Кто похитил? Да Павел, отец Егора. Он приехал на машине и забрал сына прямо со двора. Вы понимаете, сегодня по суду не его день. Суд постановил, что он имеет право забирать только выходные и в каникулы. Это не похищение. Это просто ваше нежелание перейти к компромиссу. Ребенка хоть пожалейте. А потом был пересмотр дела. Егорка жил у отца. Потом новая апелляция, и сына присудили матери. Сейчас вроде хорошо и живут, по крайней мере, на вид. А Егорка любит своих родителей одинаково сильно. Все это чертовы разводы и суды, и делит ребенка как мебель. А что родной отец? Павел. Женился. Кстати, он теперь наш сосед. Купил квартиру в этом же доме. А старую оставил Рите. Владимир Сергеевич, помогите. Мне так стыдно. Я до сих пор поверить не могу. Ведь человек-то такой хороший, порядочный. А мне сын говорил, я не верила. Так что случилось? Ну, меня обворовали. Кто? Ну, этот мой... Мой, ну как это тебе называется? Ты, ну, муж гражданский, Олег Быстров. Вот черт, поехали к вам на квартиру. Владимир Сергеевич, а чё это целая делегация к нам? Что-то случилось? Здрасте, Марья Васильевна. Ничего не случилось. Обычная проверка. Да. Саш, что? Снова сына поделить не могут, да? А вроде 2 месяца спокойно жили, тишина. А вот этот вот военный-то, новый Риткин, сожитель, он чего? Егорку усыновить хочет, да? А Павел против. Ой, Саш, я вчера такое по телевизору видела. Деньги у меня вот тут, вот в этом ящичке были. У меня вообще-то все на карточке лежит, но здесь лежало 20 тысяч, ну, так, на всякий пожарный. А когда вы пропажу обнаружили? Так сегодня утром я стала на работу собираться, хотела одеть сережки с жемчугом. Открыла, а здесь ничего нет. Ни колечек, ни сережек, ни браслетов, а было-то на приличную сумму. Я так понимаю, вы своего сожителя подозреваете в краже, да? Ну, а кого еще? Ну, мне сын говорил о том, что у него деньги пропадали, планшет. Я сама по мелочи там чего-то не досчитывалась, но, знаете, никакого значения это мне придавало. А где сейчас ваш сожитель? Да в том-то и дело, что я не знаю, где он. Он вчера вечером пропал, и ничего о нем не известно. И телефон у него вне зоны действия сети постоянно. А документы есть какие-нибудь его? Да нет, ну нет, ничего. Я все посмотрела. Пропали и все его документы, и все вещи его пропали. Надо разбираться. Уж извините, пожалуйста. Саш, ну чего случилось-то, а? Мария Васильевна, если вы меня отпустите, я сам все наконец узнаю, хорошо? Риту обокрали. Вон оно что. Тут-то я смотрю,
Он вчера с вещами-то выходил. Кто? Ну, Олег, вот новый Риткин сожитель. Так, а где и когда вы его видели? Ну, вчера вечером и видела. Ни Егорки, ни Риты самой дома не было. Олег Петрович, здрасте. А куда это вы почти на ночь глядя, да еще и с сумкой? Неужто с Риткой поссорились? Ну что вы говорите-то? Наоборот, сюрприз для нее готовлю. Сюрприз. Здравствуйте, Марьяша. Ох уж я вам и Марьяша. А вы за Егоркой, да? А Егорка гуляет. Не позвонили им, наверное. А их дома никого и нету. Ритка на работе. Вот этот новый ее сюрприз пошел делать. Хороший он человек. И к сыну вашему хорошо относится. Это хорошо. Спасибо вам. А я-то дура старая, а? Это получается, он на моих глазах Ритку-то и обнес? А такой приличный мужчина. Марья Васильевна, спасибо за информацию, она очень ценная. Если что-то еще вспомните, позвоните мне, хорошо? Да, хорошо. Осмотрев квартиру Юдиной, я заехал в офис детективов, где меня уже ждал Сергей, которого я попросил помочь мне в одном деликатном аспекте – поиска Олега Быстрова. Ничего нового-то нет? Да нет. У вас что нового? Документы и личные вещи этого Олега Юрьевича Быстрова пропали из квартиры Риты, так же, как и он сам, вместе с деньгами и золотом. Описание ювелирных изделий я уже закинул по ломбарду. А адрес его есть? Ну, он прописан в коммунальной квартире, но согласно опросу соседей, он там не появляется. Он полковник запаса, военный пенсионер, нигде не работает. В общем, надо его найти. Понял, сделаем. Вот его номер телефона. Но сам телефон отключен. Но я знаю, что ты с этим справишься. Ну, конечно, попробуем. Я думаю, по имей коду его вычислить. Он срабатывает даже тогда, когда связь не ловит. Стоп. А это Юдина. Это который бывший Кузнецов, что ли? Ну да. А что? А то, что сегодня Павел Кузнецов, бывший супруг Юдиной, попросил нас проследить за его новой женой. Не бывают же такие совпадения. Рите с ее кавалером не повезло. И Павел свою новую пассию в измене подозревает. Ничего, шило на мыло менять. Это точно. Ага, вот. Ну, правда, здесь 4 деревни и 5 дачных поселков в зоне. Ну уж извините, точнее я не могу. Но я уверен, что телефон Олега где-то здесь сейчас. Точно. Ну, после полученной важной информации у помощника детектива Сергея, я возвращался в опорный пункт и снова встретил Егора. Ну, выводы еще рано делать. У матери у своей поживи. А в чем дело? Ну что происходит? Вот посиди и подумай, что. И не смей появляться здесь больше. Ну что случилось-то? Шлюха. А это еще что? Не знаю. Папа любит. Да и мне она нравится. Я пойду спрошу у нее, что там случилось. Погоди, не стоит тебе сейчас ее трогать. Черт, мне же еще в этот Васильевский район надо попасть. А что там? Да там вроде твой несостоявшийся отчим дядя Олег прячется. Мы его с помощью новейших технологий вычислили. Слушай, иди-ка ты пока к отцу своему. Хорошо. Пойду узнаю, что он там с Любой не поделил. Черти что творится. Я встретил соседского мальчика Егора Кузнецова, чьи родители были в разводе. Егор пожаловался, что новый мужчина мамы ворует из дома деньги. Я не поверил, но вскоре Маргарита Кузнецова сама обратилась ко мне с тем, что новый сожитель ее обокрал и исчез. Мы с Егором увидели ссору его отца с новой супругой, которую тот обвинял в неверности. Мальчик переживал, видя разлаженные отношения в новых семьях своих родителей. На всякий случай я отправил Сашу Иванова поговорить с Любой. Девушка, у вас все в порядке? У меня все не в порядке. Меня выгнал муж, а самое главное, я даже не знаю за что. Вот так взял и выкинул беременную с вещами. Понимаете? И сказал, убирайся к чертовой матери. Куда? К чертовой матери. К маме моей. Он так кричал, обвинил меня в измене. Понимаете, это такая глупость. Я ведь беременна. Я же жду ребенка, его ребенка.
Ладно, я поеду. Что Люба-то сказала тебе? Здрасте, Вера Ильинична. По дороге в Васильевский район, куда меня понесло искать Олега Быстрова, я позвонил Маргарите Юдиной. Я еду в Васильевский район. Судя по всему, ваш муж может скрываться именно там. Васильевский? Там мой деревенский дом. Село Ревякино, улица Правды, дом 11. Но село находится в низине, там совсем нет связи. Подожди, ты зачем Олегу, обокрав меня, прятаться в моем же доме? Я не утверждал, что он прячется в вашем доме. Я сказал, что он в Васильевском районе. Минутку. Ключи пропали от дома. Очень странно. Я перезвоню. Я решил проверить деревенский дом Риты Юдиной, хотя было маловероятно, что Олег станет прятаться в ее доме. Присаживайтесь. Ты только послушай, что я вчера нашла. Вера Ильинична, ну что вам дома не сидится, а? Ох уж мне эти пенсионеры с активной жизненной позицией. Иванов! Мол, ты еще учить меня! На вот, держи лучше. Так, а это еще что? Карта памяти. Там СМС, переписка Любы и ее любовника. И еще кое-что с ее ноутбука. Ты файлы-то открой, почитай. Ну, во-первых, чужие письма я не читаю. А во-вторых, где вы это все взяли? Скачала. С Любиного телефона и с ее ноутбука. Вот, Паша, еще днем напекла пироги. А видела, что Егорка к тебе пришел. Вот, решила вас угостить. Ой, Вера Ильинична, спасибо большое. А где Люба? Она к маме поехала навестить. Пол! Пап, ты скоро? Ох, какой же у вас беспорядок! Вот что значит отсутствие женской руки. Ладно, иди, смотри свой футбол, а я здесь все приберу. Пока ты у нас ходишь в холостяка. Вера Ильинична, спасибо вам огромное. Спасибо. О, а Люба, значит, к маме без мобильного телефона уехала? А, ну, вот так. Как там? Ну, вы даете, Вера Ильинична. Привет, Ань. О, привет. Я очень надеюсь, что кофе ты не хочешь. Нет, не хочу. Ань, у меня к тебе дело есть. Ты как частное лицо обращаешься или как организация? У меня расценки разные. Я по своей инициативе, Макеев не знает. Да успокойся ты, я шучу. Что там у тебя? К вам же приходил Павел Кузнецов насчет слежки за своей женой Любой, насчет измены? Ну, приходил. Ну ладно, хорошо, он пришел. Сказал, что ему поступил анонимный звонок, мол, проследите за своей женой. Он сначала не поверил, потом порылся в ее вещах и якобы нашел ее переписку с любовником на мобильном и на компьютере. Нашел. Ань, посмотри, пожалуйста, откуда все это дело слали. И, кстати, СМС тоже были отосланы с компьютера. Ну, там IP-адрес пробей. Быстров действительно оказался на даче Риты. Я доставил его в город. Почти всю ночь мы с Олегом провели в дороге. На трассе была авария, и мы попали в огромную пробку. А что касается подозрений, то не похож был на вора этот примерный семьянин. Согласен, у меня много недостатков. Да ты вор! Ты вор и предатель! Я ради тебя, я ради нас готова была отдать сына Павлу! Я думала, что у нас получится нормальная семья, что мы родим с тобой ребенка. А ты тварь просто! Ну, успокоилась.
Ну, послушай. Ты подходи ко мне! Наслушалась я уже! Где мои деньги? Маргарита, я прошу вас, успокойтесь. Давайте нормально поговорим. Может, пройдем? Ого. Это что, следственный эксперимент? Иди в школу, не опаздывай. Егор, ты после школы можешь к отцу зайти, я не против. Да, он на работе будет, и ему не до меня сейчас. Вот-вот, не до тебя. Он все с этой, со своей новой. А когда родит, ему вообще забудет, как тебя зовут. А твой судился, похищал. Да он хоть сейчас меня заберет. Да как бы не так! Радуйся, что у тебя мать есть! Почему вы до сих пор не вернули мне деньги и украшения? И почему вы вообще этого сюда привели? Ты говорил, что мечтаешь встретить Новый год в деревне. Ну, говорила. И что? Ну и все. Я решил сделать тебе сюрприз. Поехать, все подготовить, потом привезти тебя. И вы тайком взяли ключи от дома и поехали туда. Но я не брал своих вещей и документов. И уж тем более ничего не крал. Вот, взял только сумку с инструментами. Я не верю тебе. Да куда же я делся бы без своих вещей и документов, а? Ведь они пропали из твоей квартиры. Ты предатель и вор. Объясните, почему вы до сих пор не посадили его? Почему? Что он здесь делает? Когда вы мне вообще украденное вернете? Я буду жаловаться, буду на вас жаловаться в прокуратуру, ясно вам? Петрович, ты что ли? Да вот шматюк этот хороший выбросил. А ну-ка дай. Да тут и документы. Так, я это конфискую. Ну, как обычно. Ну ты хоть шматьё отдай. Ну холодно же, а? Ты мне хотел что-то сказать? Я тебя слушаю. Я не понимаю, почему ты меня выгнал. Я читал твои СМС и всю твою любовную переписку вот с этим вот козлом. Вот твое барахло, вот тут ноутбук и телефон. Пошла вон. Ну что за ерунда? Ну слушай. Слушай, я вот вчера, когда тебя к матери отправлял, я вот тоже подумал. Ну, вспылил. Но ведь всему можно найти свое объяснение, да? Переписки этой вашей тоже. Какая переписка? Да, мне писал придурок. Но ведь я не отвечала на его СМС. Я их не удаляла, хотела тебе показать, посмеяться. И раз уж ты залез в мой телефон, проверил бы исходящие. А про почту вообще ничего не понимаю. У меня никогда ящика-то не было. Слушай, хватит врать, а. Короче, я вот нашел вот это в твоей старой сумочке. Если ты мне хотел что-то сказать, видимо, по этому поводу. На алименты подать, а? Или пояснить мне, что вот этот твой выродок не от меня, да? Опять вы? Я ничего не понимаю. Откуда это? Да еще в моей старой сумочке. Я с ней в клинике-то не была. Ничего себе. Быстров отправился к себе по месту прописки в общежитие. А я тем временем спешил к себе в опорный, чтобы проверить Сашину находку. Это алиби Быстрова. Еще в таком пакете смешном. Но я только одного не понимаю. Там вещи и документы Быстрова. На помойке, говоришь, найдено. Скоро Быстров сам подает на опознание. Ты-то что об этом думаешь? Да понятия не имею. Но я узнал кое-что интересное. Все любовные смс-ки Любе были написаны с рабочего компа Риты Юдиной. А исходящих нету. Люба не отвечала на эти смс. Кстати, вот посмотрите, это переписка из почты Любы. Потерпи, недолго осталось. Любашка, солнышко мое.
Кто-то переписывался сам с собой, чтобы подставить Любу. И кто-то от ее имени создал адрес на ее же ноутбуке. Чтобы подставить Любу перед Павлом. Угу. Но это еще не все. Смотрите. Здесь написано, что Павел бесплоден. В результате перенесенного 2 года назад гриппа. Кузнецов, понятное дело, теперь думает, что ребенок не от него и что у Любы действительно есть любовник. А справка выдана? Центром планирования семьи, где работает Рита Юдина. Рита делает все, чтобы Павел и Люба расстались, а Павел подставляет Быстрова. Ко мне обратилась Маргарита Юдина с тем, что ее обокрал новый сожитель, Олег Быстров, и исчез. Я знал, что Рита Юдина и Павел Кузнецов после развода делили своего сына Егора. Павел выгнал новую беременную супругу Любу, обвинив ее в неверности. Я разыскал Быстрова и выяснил, что он не причастен к краже. Оставалась версия, что пропажа драгоценностей у Риты и ссора Павла с Любой – это результат войны бывших супругов друг против друга. После бессонной ночи у меня разболелась голова. Олег Быстров опознал свои вещи и обрадовался документам. Всего доброго. Надо бы проверить гостей Юдиных. Несмотря на уверение Риты, кто-нибудь мог поковыряться в вещах. Угу. Я вспомнила. Что вы вспомнили? Ну, я видела 5 дней назад. Подождите, но ведь у Павла не было ключей. Рита после развода поменяла замки. А я вам точно говорю, он входил. Я видела. Стоп. Вера Ильинична мне рассказывала, что видела, как Рита входила в квартиру Павла. Владимир Сергеевич, я вот что думаю. Ключи от обеих квартир есть только у Егора, верно? Значит, Рита и Павел могли сделать копии для собственного пользования. Бред какой-то. Рита, мне необходимо с вами встретиться. Подъезжайте к своему дому. Спасибо. Я решил поговорить с обоими супругами. Иди к дому Юдиных. Она еще должна туда подъехать, а я буду здесь ждать Павла. Есть. А вам не показалось странным, что Павел входит в квартиру бывшей жены? Да нет. Ну, чего тут такого-то? Ну, мало ли что. Потом я не сплетница. Я так понимаю, вы в глазок-то спектакль до конца просмотрели. Долго он там пробыл? Ну, 1.5 часа. А выходил как? Что-нибудь при нем было? Вот в том-то и дело, не видно было. У меня же глазок, он ниже пояса режет. Но точно знаю, что... Ну, наверняка он прихватил вещи Олега, чтобы его подставить. Ну, и попутно Риткины ценности. Ага. А сам Олег не спохватился о пропавших вещах и документах? Нет. Пропажа вещей Олега и кража из квартиры Юдиных произошли после того, как Олег уехал на дачу. То есть позавчера. А ведь точно. И позавчера Павел тоже приходил в квартиру. Звонил. Угу. Звонил, но не входил. Нет. Рита, скажите, это ваших рук дело? Что? Пашка бесплоден? Это чушь какая-то. Хотя, подождите. Это же моя личная печать. Но ведь он ко мне не обращался. Однако же вы выдали ему эту справку. Пока Саша допрашивал Юдину у нее дома, я встретил Павла и с ним направился в квартиру Риты. По-моему, это ты все затеял. Так, спокойно. Я хочу разобраться. Павел, вы входили в квартиру Маргариты? Имейте в виду, у нас есть свидетели. Ну, я заходил. Ну, 2 дня назад Егор попросил меня подняться за его портфелем. Ну, ключи дал. Ну, он упал, ногу потянул. Сказал, что дома нет никого. Попросил, мол, папа, просто забери мой портфель. Маргарита, а вы входили в квартиру бывшему мужу? Да, входила. Тоже сын ногу. За портфелем? Да. А сын часто бывает у вас на работе? Ну, приходит, да. Послушайте, поверьте, я совершенно не против, чтобы Павел забрал сына себе. Да нет, нет, я тоже не против, чтобы Егорка у тебя жил. Стоп. 2 дня назад Егор вас посылал в квартиру друг к другу уже без ключей. Ну, да. Я пришел. Егор, ну разденься! Да что это за манера одетым ходить? Куртку стал у себя в комнате вешать. Егор, разденься, пожалуйста, и повесь в прихожей. На это прихожая есть. Это, между прочим, твое воспитание. Да нет, твое.
и твоих хахлей. Да что ты? Вот взял бы его себе и воспитывал. Так ты же мне не давала. Мам, пап, опять вы за свое. Я так и знал. Я так и знал. Вы опять начали враждовать. Успокойтесь, я вас обоих люблю. Хватит меня делить. Вы только подставляете друг друга через меня. Что, Егор? А то. Мама стала меня на работу звать зачем-то. Ключи у меня брали. Типа я тебе за портфелем сбегаю. А сами копии делали. Жирный след был на ключах. А папа? Папа. Он твоего Олега возненавидел. Как и ты, Любу. Как я от вас устала. Извините. Макеев. Спасибо, я все понял. Павел, можно вас на пару слов буквально? Мне позвонили и сообщили, что Любовь Иванченко попала в серьезную аварию. Значит, все это произошло при свидетелях. Выходит, что так. Люба не справилась с управлением, выскочила на полувстречное движение, а потом в это дерево. По предвариловке отказали тормоза. Значит, все-таки ее убили. Во-первых, Люба жива. В реанимации, но жива. А во-вторых, пока не будет готова экспертиза, никаких выводов. И вообще, при таких раскладах я даже факт суицида не исключаю. Ладно, иди домой. Вижу, замаялся уже. На утро Саша зашел в офис детективов и рассказал обо всем Ане. Тебе молока добавить? Нет, спасибо. Ань, как ты думаешь, что происходит? Ну смотри, если ты думаешь, что Любу пытались убить, тогда кто? Егор, Рита. Они что, специально испортили машину? Ой, не спрашивай. Ну хорошо, смотри. Ты говоришь, что вещи Быстрова нашли в мусорном пакете. Ну да, необычный такой, он синий с желтыми завязочками. Ну так вот, ты пошел бы в квартиру Юдиной и посмотрел бы, какие у нее мусорные пакеты. Саш, ну если бы это сделал Егор, то он бы взял пакет из квартиры. А если бы это был Павел, то он бы пакет принес с собой. Да нет, не аргумент. Павел отлично ориентируется в своем бывшем доме. Не аргумент. Хорошо, думаем дальше. Если кражу инсценировали, ты бы на месте Егора и Павла украденные вещи куда дел? Не знаю, ну, спрятал бы. Я их с работы принесла. Иди в школу. Егор, ну разденься. Да что это за манера одетым ходить? Куртку стал у себя в комнате вешать. Извините. Угу. Макеев, слушаю. Я понял. Люба умерла. Несчастный случай. Она пыталась уйти от столкновения с автобусом школьным. Могла выскочить на обочину, но, видимо, думала о чем-то другом. Как это? Видимо, после ссоры с твоим отцом она была в шоковом состоянии. То есть она от шока погибла? Я зубы забыл почистить. А покажите мне комнату Егора. Владимир Сергеевич, вы меня извините, я на работу опаздываю. Вы поверьте мне, я Любу не подставляла и никогда не гадила своему бывшему мужу. Знаете, я думаю, что Павел тоже на такое не способен. Я знаю об этом. Не надо. Когда вы об этом узнали? Вчера. Случайно. Я хотела куртку на место повесить. Там это. Поговорите с ним, пожалуйста. Ладно?
А заявление о краже я заберу. Вы знаете, мы оба виноваты в этом. Сначала сына никак не могли поделить, кому он достанется. А потом... Потом получается наоборот. Идите, Рита, на работу. Идите. Мне показалось странным, что мальчик так долго чистил зубы. Егор, открой! Ты слышишь меня? Открой дверь! Ну-ка, брось! Ты что, с ума сошел? Она же из-за меня! Я никого не хотел убивать! Я подонок! Я сволочь! Но я всего лишь хотел, чтобы родители меня продолжали любить! Да они тебя любят! Любят! И ты не виноват в смерти Любы, понимаешь? Я как щенок. Завели на дачу, любили. Поехали в город, стал не нужен, бросили. Тут открыто было. Егорка. Я так понимаю. Егорка, да я всегда гордился тобой. Я всегда жалел, что у меня нет такого сына, как ты. Да и отцу ты нужен, особенно сейчас. Я знаю, он тебя любит. Утро ничто не предвещало беды, но неожиданно в участок пришла наша добровольная помощница Толмачева Татьяна Васильевна. По ее лицу я сразу понял, что что-то случилось. Проходи, присаживайся. Сань, сделай чайку. Давно никого не заходили. Не надо. Не надо никакого чая. Я к вам по важному делу. Да что же за дело такое важное, что вы даже от чая отказываетесь? Ой. Рассказывайте. У нас в районе Свету Парамонову убили. Я уже об этом знаю. Она дочь моей подруги. Я сама-то ничего не знала. Вот вышла из магазина. Оля! Оля! Олечка, здравствуй! Здравствуй, дорогая. Что-то случилось? Олечка, ну что с тобой? Света больше нет. Света нет? Ну, как Света нет? Ну, что значит Света нет? Убили ее неделю назад. Ну как? Ну я же ее в понедельник-то видела. Я в аптеку приходила с таблеткой. А ее убили во вторник. Недалеко отсюда. Вон там, прямо за теми домами. Полиция сказала, что она ударилась головой об асфальт. Они нашли следы потасовки. Значит, Света с кем-то подралась. Или оборонялась. Ох, доченька моя. Ну вот, я сразу к вам примчалась. Вы понимаете, она хорошая, Света. Жалко ее. Она у нас аптекаршей работала. Ну, это как ее, провизором. Владимир Сергеевич, очень прошу, найдите убийцу. Этим делом занимается Следственный комитет. Ну, честно скажу, дело очень сложное. Ох, Владимир Сергеевич, прошу. Ну ладно, в принципе, я думаю, что нам стоит в этом деле покопаться. Ты как, Сань? Я только за. Гражданку Парамонову убили 20 числа. Угу. Около 10 вечера ее труп был найден недалеко от аптеки. А что же она такой поздний там делала-то? С работы, что ли, возвращалась? Ну, почти. Вы ведь знаете, что у них в круглосуточной аптеке есть такая услуга. На дом лекарства развозить. Да, она и мне однажды приносила лекарства домой. Ну вот, в журнале заказов есть запись. Заказ сделала Калашникова Дарья Васильевна. Это женщина 60 лет. Вот, Светлана отвезла ей заказ, а когда возвращалась, все это и случилось.
Так, может, хулиганье местное. Ну, выследили ее, узнали, что у нее деньги. Нет, деньги у нее не забрали. Возможно, убийц кто-то спугнул. И он просто не успел ограбить Светлану. А вот мать Светы, она говорила, что вроде как Света с кем-то там подралась. Ну да, там были следы потасовки. И на теле Светланы есть ссадины. Угу. Так вот, эксперты на этих ссадинах обнаружили частицы эпителия. Но только другого человека. Вот кто этот человек? А я знаю. Я все знаю. За 2 дня я была около этой аптеки. И там такая сцена была, ну, как в театре. Иди! Иди отсюда! Не появляйся здесь больше! Какая же ты стерва! Я тебе уколы наняла делать! А не мужиков чужих отбивать! Своего лучше заведи! Если еще раз появишься и будешь орать в аптеке, как хабалка, я на тебя охрану вызвала! Да только подойди еще близко к моему Вике! Если я тебя еще раз сниму ниже, я тебе все витрины здесь переклачу! Поняла? От хороших жен мужья не гуляют! Ну все, сволочь, я тебя задам сейчас! Я тебя задам! Иди отсюда! Ах ты, зараза! Убирайся, истеричка! Мерзавка! Я тебя устрою! Дождалась! Да, вот такие спектакли иногда можно увидеть у нашей дежурной аптеки. Итак, что мы имеем? Мужчину, из-за которого подрались 2 женщины. Угу. Ну, в принципе, это же мотив. Может. Ведь сколько у нас убийств из-за ревности, а тут еще эта женщина угрожала. Эта версия хорошая, но и остальные версии тоже надо отработать. Так, значит, я поеду сейчас к Калашниковой, ну, это, которой Светлана лекарство отвозила. А мне что делать? А ты к Ольге Петровне езжай, узнай о личной жизни Светланы. Как выясняется, жизнь у нее была интересной. Ольга Петровна, нам стало известно, что у Светланы были отношения с женатым мужчиной. Скажите, вы что-нибудь об этом знаете? Ну, конечно, ведь я же мать. Если бы знали, как я Свету ругала. Как ругала! Да разве же она меня слушала? Встретила мужчину и влюбилась. Тут у нас живет, в районе нашем. Виктор Степанов. 50 лет ему. Ему нужно было провести курс уколов для поднятия иммунитета. Вот его жена наняла Свету. В общем, у Светы с этим Виктором роман завязался. Ольга Петровна, а вы можете назвать адрес этого Виктора Степанова? Я не знаю, где он живет. Ну, где-то в нашем районе, но где конкретно, не знаю. Ну, не беда. Все равно вы нам очень помогли. Спасибо большое. И вам спасибо. Пока мой помощник Саша разговаривал с Ольгой Петровной, я приехал к Дарье Калашниковой, которая последняя видела Светлану. Дарья Васильевна, вспомните, пожалуйста, как вела себя Светлана? Ну, может быть, она вам на что-то жаловалась, когда приносила лекарства? Ну, ко мне уже приходили с Следственного комитета, так что, боюсь, я вам ничего нового не расскажу. В тот вечер мне стало плохо. Мы кинулись за лекарством, а его не оказалось, потому что оно закончилось. Мы позвонили в дежурную аптеку. Аптекарь пришла, принесла. Обычная такая, спокойная. Да, не густо. Ну, мы сюда недавно переехали, в этот район города, с дочкой, с зятем, поэтому мы не знаем никого, нас не знают, и в аптеку в первый раз обратились. Нет, она, конечно, может быть, и поговорила бы со мной, но мы не знакомы, поэтому она пришла, принесла и ушла. А это ваш внук? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте представиться. Владимир Макеев, ваш участковый. Очень приятно. Ирина Антонова. Взаимно. Я занимаюсь делом Светланы Парамоновой. Понятно. А это как раз моя дочь. Весь район говорит об этом убийстве. У нас говорят, маньяк-убийца какой-то завелся. Маньяк – это громко сказано. Пока что это единичный случай. Дарья Васильевна, ну вы уж не болеете больше. Ну, конечно. До свидания. Да, всего доброго. До свидания. Так, значит, в нашем районе зарегистрировано всего 2 Виктора Степанова.
Один из них 7 лет мальчик, явно не наш кандидат. А второй, вот, 50 лет, Виктор Иванович Степанов. Так, проживает улица Рябиновая, дом 30, женат на Степановой Людмиле Александровне. Ну, видимо, это именно она устроила скандал в аптеке. Пойду-ка я пообщаюсь с этой парочкой. Я так думаю, что убийство Светланы тоже у них на первом плане. А мне что делать? А ты займись текущими делами. Отчет подбивай. Есть. Витя, остановись! Куда ты собрался? Тихо, не ори на весь дом. Все, хватит, надоело. Наша семейная жизнь закончилась. Все, наш сын уже взрослый. У него своя семья. И я считаю, что свой долг я полностью выполнил. И вообще, я не хочу жить с убийцей. Ведь ты же Свету убила. Что ты такое говоришь? Что ты такое говоришь? Я и пальцем не тронула эту твою аптекаршу. Мне люди доложили, какие-то концерты в аптеке устраивала. Прощай. Витя! Степанов, да? Здравия желаю, участковый Владимир Сергеевич Макеев. У меня к вам пару вопросов. А так, отлично. За Людкой пришли. Вы что же, это действительно думаете, что ваша жена убила Светлану? Да я не знаю. Но она грозилась убить Свету. Грозилась. Ее убили. Убили. Но самое страшное, то, что в ту ночь, когда убили Свету, Людки-то дома не было. Это как это не было? А где же она была? Так она у меня в ночную работает, в хлебопекарне. Вот я думаю, могла она ночью сбежать и Свету убить, а? Надо бы проверить. В принципе, теоретически могла. Ну вот берите ее, сажайте, чтобы, дай бог, она больше никого не убила. Ко мне больше вопросов нет? Пока нет. Счастливо. Мы с моим помощником Сашей Ивановым взялись помочь Парамоновой Ольге Петровне в расследовании убийства ее дочери Светланы, которая работала аптекарем. Нам стало известно, что Светлана пыталась разрушить чужую семью и увести у Людмилы Степановой мужа Виктора. Людмила пообещала отомстить Светлане. Виктор обвинил в убийстве любовницы свою жену и ушел от нее. Честно говоря, я думал, что преступник в этом деле очевиден. Но после того, как я съездил на работу Людмилы, мне стало ясно, что расследование затянется. Слушай, я узнал. Люда, конечно, женщина горячая, эмоциональная, но она Светлану не убивала. Это точно, я все проверил. Она была на своем заводе, работала на хлебопекарне. На проходной журнале отмечено, что она пришла на работу в 20.00, прошла через проходную, а вышла в 8 утра. И никуда Людмила не отлучалась. Тогда кто? Я пока не знаю, но ясно одно, что Светлана была женщиной непростой. Сегодня уже поздно, а вот завтра я запущу к Ольге Петровне своего агента. Агента? Это вы Татьяна Васильевна, что ли, имеете в виду? Ну да. Татьяна Васильевна же лицо неофициальное, но Ольга Петровна раскроется перед ней и, может быть, что-нибудь расскажет. На следующее утро по моей просьбе Татьяна Васильевна пришла проведать подругу Ольгу Петровну. Ой, Таня. Олечка, как ты? Ты знаешь, душа болит за тебя. Ну никак не могла дома усидеть, пришла к тебе навестить. Тань, ты прости меня, но ты не могла бы зайти попозже. Попозже, пожалуйста. Ну, кто там еще? Понятно. Ладно, Тань, заходи. Раздевайся. Ты посиди тут. Чайник включи, я сейчас. Хорошо, сейчас. Невоспитанная Галя. Да иди ты со своим воспитанием. Мне кредит платить нечем. Мне уже из банка звонили и сказали, что если мы платить не будем, то все имущество опишут. Мне теперь понятно. Ты пришла ко мне за деньги, но нет у меня ничего. Но ты же пенсию получила.
Но это пенсия для того, чтобы я себе еду покупала. А вы с этим зэком вечно все на ветер спускаете. Бабушка, не называй его зэком, у нас вообще-то серьезные отношения. Ох, Света была права. Он же тебя использует, детка. И я не удивлюсь, если именно Костя Свету того. Да что ты несешь? Не смей мне хамить. Света всегда ругалась с этим Костей. Он совсем тебя охмурил. Да иди ты. Чайку выпьем. Оль, ты знаешь, я совсем забыла. Мне надо скорее в собес успеть справку получить. Тать, ты не обижайся, пожалуйста, на Гальку. Она места себе не находит после смерти матери. Да я и не обижаюсь, Оль. Ну ты уж прости, я побегу. Пока, Олечка. Угу. Владимир Сергеевич, вы у себя? Да я сейчас приду. Я вам такое сейчас расскажу. Ага. Иду, иду. Уже через полчаса Татьяна Васильевна примчалась ко мне и рассказала все, что ей удалось узнать. Значит, Светлана не хотела взять уголовника. Интересно. Владимир Сергеевич, а у вас все должны стоять на учете, те, которые сидели в тюрьме? Ну, конечно. Они и стоят. Регулярно ко мне ходят отмечаться. Рассказывают про свое житье, бытие, где работают, чем занимаются, ну и все в этом роде. Кстати, есть у меня один парень по имени Костя. Константин Завьялов. А это который машину угнал? Именно. Сейчас я подробнее вам о нем расскажу. Так. Вот он. Завьялов Константин Михайлович. 83-го года рождения, 28 лет. Вот. И как раз сейчас он проживает с Парамоновой Галиной Алексеевной. Да, это Галя. Слушайте, живет рядом, улица Соколова, дом 5, квартира 11. Так что же это? Это что, он убил Свету-то, а? Надо проверять. Версия, в принципе, реальная. Татьяна Васильевна, а? Вы-то знаете что-нибудь про Галю и ее парня? Да так, не особенно. Я просто знаю, что Галя работает няней. Ее иногда вот приглашают с детьми посидеть. А про этого Костя я вообще ничего не знаю. Константин безработный, это точно. Товарищ майор, а может я к ним схожу, разведаю обстановку в семье? Сходи, разведай, разведчик. Есть. Ой, правильно. А я хочу поговорить с Ольгой Петровной. Надо бы узнать, ладили ли Константин с будущей тещей. Ой, я тоже домой пойду. Через магазин. Ой, то с утра ношусь, ноги вообще уже отвалились. Ой. Татьяна Васильевна, сыщика ноги кормят. Устраивайтесь. Спасибо. Поудобнее. Ольга Петровна, мы узнали, что Светлана, мягко говоря, была недовольна тем, какого жениха выбрала себе ее дочь. Мне он тоже не нравится. Мы со Светланой места себе не находили. Даже не пойму, в кого Галька такая глупая. Она год назад познакомилась с парнем через эти, как их, мобильные знакомства. По телефону переписывались. Понял. Ну, и влюбилась она в него. Потом оказалось, что он в тюрьме сидит. Галя ждать его решила. 3 месяца назад он вышел, сошелся с ней. И потом стал постоянно деньги из нее качать. А на ней как будто розовые очки. Он ей говорит, мы должны жить, как все нормальные люди. Надо машину купить. И что ж вы думаете? Галя пошла и взяла кредит. Ну, наверное, поэтому Светлана и брала подработку. Вы же сами говорили, что она всему району уколы ставит. По первому образованию она медсестра.
закончила медучилище. Были какие перспективы. Ее даже звали в одну престижную клинику, но не сложилось. И пришлось ей вместо медсестры провизором в аптеке работать. А почему? Ведь провизор и медсестра – это даже разные факультеты. Была у нее одна пациентка, Антонова. Светлане всю карьеру испортила. Что-то там ей не понравилось. Поэтому Светлана переучилась на провизор. Ой, Владимир Сергеевич, что-то у меня сердце приболело. Отдохнуть надо. Да-да, конечно. Если что-то понадобится, я с вами свяжусь. Может, вам помочь чем-то? Спасибо. Просто надо полежать. Проводите меня, сможете? Да. Сашка пришел по адресу, где проживала Галина, и стал свидетелем интересной сцены. Это же не машина, а ласточка просто. Ты особо не радуйся, скоро эту ласточку у нас отнимут. Что значит отнимут? С какого-то перепуга? Да с такого, что мне кредит нечем платить. Ты как твоя мама, а? Вот та нам жизни не давала, теперь ты начинаешь. Слушай, хватит трогать маму! Ну ладно, все, успокойся, малыш. Успокойся, пойдем домой. Тут холодно уже что-то. Пойдем. Права была мама, ты только красивые слова говорить можешь. А в дом 3 копейки приносишь. Я пойду к подруге. Она обещала узнать, нужны ли кому-нибудь из знакомых няни. Я пашу как лошадь, а ты диван просиживаешь. Алло, Владимир Сергеевич, я тут кое-что интересное услышал. Сейчас вам расскажу. Мы с моим помощником Сашей расследовали убийство аптекарши Светланы Парамоновой. Сначала подозрения пали на жену любовника Светланы, Виктора Степанова. Но подозрения не оправдались. Вторым кандидатом на убийцу стал возлюбленный дочери Светланы Константин Завьялов, который у Галины сидел на шее после выхода из мест лишения свободы. Он грозился убить Парамонову, если та не перестанет вмешиваться в личную жизнь дочери. В чем, собственно, дело-то? Я же месяц назад к вам являлся. Все нормально было. В том-то все и дело, что месяц назад все было нормально, а сейчас не очень. Светлану Юрьевну убили. Ну, а я тут при чем? Мы с ней мирно жили, не ругались. Не ври, паршивец! Вы с ней цапались вечно. Отвечай, где ты был в тот вечер, когда Свету убивали. А чего вы вообще без стука в чужую квартиру вламываетесь? В чужую? Это еще кому она чужая? Это мы со Светой купили эту квартиру. А что здесь, собственно, происходит? Я участковый Владимир Сергеевич Макеев. Я расследую дело об убийстве вашей мамы. Ну что, отвечайте, где вы были 20 числа? Делами занимался. Какими еще делами? Да вам-то какое дело вообще? Завьялов, отвечайте на поставленный вопрос. Ладно, отвечу. Я таксовал весь вечер. Таксовал? Светлану Юрьевну убили же в 10 часов вечера. Правильно? Правильно. А в 10 часов вечера я возил мужика за город. Могу адрес написать. Я его в частный дом привез. Пиши адрес. Ты правда таксовал? Ну да. Галчонок, ну надо же кредит как-то платить. Молодец. Саша поговорил с пассажиром Константина и вернулся в опорный пункт. По его нерадостному лицу мне сразу стало ясно, что преступника мы по-прежнему ищем не там, где надо. Светлану, пассажир подтвердил его слова. Надо бы этому таксисту-самоучке штраф паять за то, что таксуют без лицензии. Ладно, этим позже займусь. А я вот что еще думаю. У этой Светланы столько врагов, и ни один ее не трогал. Может, ее убил какой-нибудь случайный человек? Не думаю. Есть у меня кое-какие соображения, но надо бы с Татьяной Васильевной проконсультироваться. А ты пока делами займись. Ой. Татьяна Васильевна, да. Скажите, вы хорошо знали Светлану? Ну, знала, конечно, но не так, чтобы уж очень хорошо. Мы с ней пересекались в аптеке. Я приходила покупать лекарства себе. А вот скажите, у Светланы образование медицинское? Да. А потом она переучилась на провизор и работала в аптеке. Вы не знаете, почему? Ольга рассказывала, когда-то она совершила профессиональную ошибку. И поэтому ее лишили права работать медсестрой.
И она переучилась и выучилась на провизора. Видимо, серьезная была ее медицинская ошибка. А вы не знаете, в чем она заключалась? Ну, я-то подробностей точно не знаю. Ну, Ольга да и не договорила ведь. Понятно. Алло, Саша, наведи-ка мне справки об Ирине Антоновой. Это дочь Дарьи Васильевны Калашниковой. Той самой женщины, которая Светлане лекарства приносила. Спасибо. Ну, Татьяна Васильевна, спасибо вам большое за помощь. Ага. Ну, ладно, все, звони. В этом запутанном деле была одна ниточка, которая могла распутать весь клубок. Сейчас я чувствовал, что наконец-то нащупал эту ниточку. Я навел справки об Антоновой. Судя по твоему выражению лица, ты узнал что-то интересное? И это еще мягко говоря. 10 лет назад Ирина Львовна Антонова судилась со Светланой Парамоновой. Подробности дела я не знаю, но дело касалось медицины. Судилась с Парамоновой? Вот это уже интересно. И чем дело закончилось? За Светланой числится условный срок 3 года и лишение права заниматься медицинской деятельностью. Скоро мне должны перезвонить и рассказать все подробности дела. В принципе, я и так уже все понял. Надо позвонить следователю. Алло, Роман Петрович. А мамы дома нет. И вернется она не скоро. Уже через несколько минут я был у Ирины Антоновой. Может быть, Светлана делилась с вами какими-то опасениями? Зачем она могла со мной делиться? Да и вообще меня в тот вечер дома не было. Она пришла, принесла маме лекарство и ушла. Здесь не сидела, чай не распивала. Вы были знакомы со Светланой? Я? Со Светланой? Нет, конечно. С чего это вы взяли? Какой-то странный вопрос. Это ваш ребенок? Да. Только он умер 10 лет назад. Простите. Ничего. До свидания. До свидания. Поговорив с Ириной, я собрался обратно в участок. Но неожиданно увидел, как Ирина куда-то стремительно направилась. Мама, мама, это я, да. Я сейчас подойду к больнице, выйди, пожалуйста, на минуточку. Да нет, у меня времени заходить, понимаешь? Все, все, давай, давай, до встречи, ага. По поведению Ирины я понял, что мой визит заставил ее занервничать. Это был хороший признак. В очередной раз меня спасло подслушивающее устройство, позаимствованное у детективов. Удобная аппаратура для решения таких дистанционных вопросов. Нет времени ждать, мам. Участковый приходил, все вынюхивал. Да ты что? По-моему, он начинает догадываться. Спрашивал, знакома ли я с Парамоновой. И что ты ответила? Что я могла ответить, мам? Сказала, что не знаю ее. По-моему, он не поверил. Мам, надо срочно продавать квартиру и уезжать отсюда. Да как ты продашь за 5 минут? Ну что-то же надо делать, мам. Он меня вычислил, понимаешь? Ой, ну натворила ты. Что ж ты натворила, а? Ну чего ты добилась, а? Прошлое уже ушло, все, и не вернешь его. Мало того, что Паша здесь вот в больнице лежит, теперь еще тебя в тюрьму посадят. И что мне делать? Ты обо мне подумала? Да ни о ком я не думаю. Я как ее увидела, у меня в глазах потемнело. Так, стой здесь, я сейчас пойду переоденусь и возьму сумку. Все. Хорошо. А говорила незнакомо. Быстрее, потому что через час надо вернуться до этого. Пашу забрать. Господи, я еще не приготовила чего поесть ему. Здравствуйте еще раз. Из больницы идете? Приболели? Я не поняла, почему вы за нами следите? Потому что нам необходимо поговорить еще раз. На этот раз более обстоятельно. О чем? Я уже вам все рассказала. Все, да не совсем. Со Светланой вы давно уже знакомы. Причем настолько хорошо, что судились. Вы что-то путаете. На теле Светланы обнаружены ссадины от драки. А в этих ссадинах частицы чужого эпителия. И я более чем уверен, что это ваши следы. Ира, расскажи. Лучше сама признайся. Пойдите ко мне в опорный пункт, там поговорим.
Хорошо. Поедемте. Доченька. Доченька. Романов разрушил всю мою семью. Я думала, что я буду самой счастливой мамой на свете. А она лишила меня сына. Это как-то связано с врачебной ошибкой? Да, связано. Это было 10 лет назад. Но все стоит перед глазами, как вчера. Диме было 5 лет, он ходил в садик. Он был аллергиком, ему ни в коем случае нельзя было делать никаких прививок. Это было в медицинской карте помечено. Я так понимаю, Светлана эту пометку не прочитала. В детском саду уволилась медсестра, и они взяли новенькую. Ну, и эта новенькая не изучила медицинские карты детей и делала прививки всем подряд, в том числе и Диме. Извините. У Димы случился анафилактический шок. Не успели довезти до больницы. И что дальше? Мы подали в суд. Суд расценил это дело как убийство по неосторожности. Ее лишили диплома, лишили права быть медсестрой. 3 года условно дали. А вы хотели неусловного срока? Нам уже было не до судов. У мужа на нервной почве начались проблемы с психикой. И ему дали инвалидность, и каждую осень и весну нам нужно ходить с ним по врачам. А как же вы ее убили? Мама на прошлой неделе заболела, и ей нужны были лекарства, а я была на работе. Ну вот, а соседи сказали, что есть аптека, в которой лекарства доставляют на дом. Ой, как же это здорово. Лекарство прямо на дом. Теперь я буду всегда только к вам и обращаться. Звоните, мы работаем круглосуточно. Мамочка, принесли уже? Да. Ты? До свидания. Ты что здесь делаешь? Ира, это аптекарь, она принесла лекарство. Мама, это же как Парамонова, которая нашего Димку убила. Отбирайте выражение. Ты мне всю жизнь испортила. Все, я не собираюсь этого слушать. Мама, ты что, ее не узнала? Тут я смотрю, уже лицо что-то знакомое. Господи. У меня внутри все прям закипело. И я за ней побежала. Да как же тебя допустили так людям-то, а? Да как тебя к детям-то допустили? Как тебя земля носит? А как твоего больного к нормальным детям допустили? Мы что, ненормальные, что ли? Да отпусти ты, мистеричка! Так, это тебе за сына! Ты чего? Вставай давай, не выпендривайся. Господи. Мамочка. Господи, мамочка-то. Это случайность. Я не хотела ее убивать. Она подскользнулась. Ах, Ирина, Ирина. Что же вы наделали-то?